Всем привет, ребята! Перед просмотром ролика не забудьте подписаться на канал, лайк, подписка, колокольчик, все уведомления. И не забывайте оформлять спонсорскую подписку на канал. Всем приятного просмотра! А сегодня мы поговорим о халяве в новом режиме с вафли. Доброго времени суток, друзья! Сегодня мы будем говорить про механики режима, так как тема очень масштабная, боюсь, не влезет в одну статью. Поэтому я расскажу вам только о призах, которые можно получить в этом режиме. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк. Для вас это всего лишь лайк, а для меня отличная мотивация продолжать писать статьи для вас. Энергоблоки. Что такое энергоблоки в новом режиме? По сути, это те же самые лутбоксы, как на Новый год. Да и в общем, вся эта картина напоминает новогодний ивент. Так как вам придется выбирать и убивать с этих энергоблоков элементы коллекции, но обо всем по порядку. Всего три вида энергоблоков: коробок, энергоблоки кончик и инженеров. И спецэнергоблок. Везде два. Первые два можно получить при победе на гончих или в Офентрагере, соответственно. А вот спецэнергоблок можно получить только победив в Офентрагера. Картом будет управлять. Которым будет управлять сами разработчики или блогеры. Ну и как очно его можно просто купить за реальную денежку. И не будем долго останавливаться на обычных кейсах. Их несодержимое можно посмотреть на картинке. Вот что кейсы из себя представляют. Это 20. По кредитам это 25 тысяч кредитов и 50 тысяч кредитов, в принципе. Но это у этого херня на самом деле. Большие аптечки по 3 штуки даются. Ну, в принципе, нормально. Огнетушители тоже по 3. Слот в ангаре это уже более стоящий. Он редко выпадает, но более стоящий. Танковый премиум аккаунт тоже, в принципе, стоящий. Бонус плюс 200% к опыту экипажа. Забой на 1 час. Бонус 50% к опыту. Большой рекомплект дается. Демонтажный набор это уже такой тоже стоящийся. Потом еще бонус 200% к свободному опыту, забой на 1 час свободный опыт. Это очень хорошо, будет больше свободного опыта получать. Также элементы коллекции гончи. Перезапуск энергоблока. Первый перезапуск 25 тысяч, второй 50 тысяч, третий перезапуск 100 тысяч. Может выпасть все что угодно. Энергоблоки инженеров. Здесь уже более стоящие, здесь уже по 5 дается. Также учебная брошюра, это тоже стоящаяся. Персональное учебное пособие, тоже очень стоящаяся. Ну, по 50 тысяч и по 100 тысяч. Также перезапуск стоит дороже. Спецэнергоблок, они считаются платными. Здесь может выпасть как кредиты от 150 до 350, танку премиум аккаунт от 1 до 3 дня. Но не забывайте, что это платные, то есть их можно получить за реальную денежку, ну, либо выбить там откуда-то. Демонтажные наборы, очень стоящие бонусы. Потом слот, учебные брошюры, слот. Также можете получить премиум танк Т-77, Конг Пазер 105, Т-92, ФВ-4202, ВК, Хавок 30, М4, револьвер Т-26 Супер Першинг, ВЗ-120, СТРВ, Т-54, Ёлка, С-6, СТГ, Лёва, МХ-СДА. Вы гарантированно получите золото, 100 золота, гарантированно. Перезапуск спецэнергоблока, первый перезапуск 100, потом 250 и 500. Спецэнергоблок это платным считается. Да, здесь у вас есть шанс что-то выбить более стоящееся. Также можете выпустить один день или три дня прямо аккаунт. Либо тоже те же кредиты. Также стоит отметить, что открывая эти энергоблоки, вам иногда будут попадаться элементы коллекции. И если вам удастся собрать все 30 фрагментов, вы получите главный приз 3000 бонов. Так что дерзайте, режим начнется 28 сентября. Всем, ребят, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, не забывайте оформлять спонсорскую подписку на мой канал. Любого уровня, чем выше уровень спонсорства, тем больше плюшек вы будете получать, соответственно, тем больше информации вы будете получать от меня. Также для спонсоров отдельно будут розыгрыши. Это ультра уровень спонсорства и высокий уровень спонсорства. Они будут участвовать в розыгрышах. То есть, принимая
оформляя спонсорство 2-3 месяца, эти спонсоры последних двух уровней, они будут участвовать в розыгрыше. Мобильный телефон, там еще что-то, айфон мы не будем, конечно, разыгрывать, что-то такое более дешевое, телефоны до 10 тысяч, можно будет даже в розыгрыше участвовать. Но это не с первого месяца, со второго, либо с третьего месяца, а в продлевание спонсорства. Также поддерживайте мой канал развития, не забывайте ставить лукас, лайк, подписка, колокольчик, все уведомления и делайте репосты. Всем спасибо за просмотр и до скорого.